каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнина с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на анимацию, которую озвучил Мирбик. Привет, Мирбик. Ты там обещал мне тортик. Я не откажусь. Хоть он отравленный, но я люблю тортики. Да, пошлите смотреть. Что история про сдачу крови. Я сидел в медицинском кресле, потому что собирался сдавать кровь. Потому что я этим занимаюсь, и я думал. Следующее мое видео длится целых 6 минут. А это вдвое больше, чем мои другие видео. Мне нужно сделать супер короткое видео, чтобы поддержать интерес моих подписчиков. Что ж, я сидел в комнате отдыха и ел свои крендельки. Знаешь что, окей, что вообще случилось с хорошей едой, которую вы получаете после донорства крови? Я помню, как год назад я только начинал отдавать свою кровь. У них были фруктовые закуски, двойные печеньки Орео и яблочный сок. А сейчас что? Вот тебе вода и крендельки. Ты настоящий герой, ты в курсе? А если бы это было бы важно, почему я даю свою кровь? О, ты спас так много жизней, спасибо. Да-да-да-да-да, просто отдайте мне мою Орео. Если бы моим соседом по комнате был Дракула, и он бы готовил мне очень вкусный ужин взамен на чашку моей крови, знаете, я бы согласился. Окей. Я имею в виду, не каждый день, конечно, может быть, каждую пятницу. В общем, это произошло где-то час назад. Ну, наверное, 2 дня назад, когда выйдет это видео. И если вы смотрите его год спустя, это произошло где-то год назад. Так что простите, логично. Я не хочу таким оживленным, как обычно. Оживлен. Так что вполне возможно, что кто-то смотрит это, имея мою кровь в себе. Я думаю, что это нас связывает кровью. Что ж, я попал в донорский бизнес, потому что мой отец имел первую отрицательную группу крови. Универсальную для переливания крови. Такую кровь держит Правда? Машина скорой помощи, для потому любой крови первую подходит. Отрицательную можно дать каждому. И не нужны никакие тесты на кровь. Но у меня первая положительная, самая распространенная группа крови. О, так прикольно. Что я не особенный. Однажды я был в классе детского развития. Я не знаю, как всплыла эта тема, но ребята за моим столом начали говорить о группе крови. И я такой, о, у меня первая положительная. И эта девочка рядом сказала, а, я забыла свою, но доктор сказал, что я универсальный донор. И я сказал, о, значит, у тебя первая отрицательная. Затем подходит учитель и такой, о, вы говорите о группе крови? Какая у тебя, девочка? И она сказала, первый отр. Она сказала, первый отр. Много людей спрашивали ее о группе крови. И она больше не хотела тратить свое время на то, чтобы сказать «Ицательная». Ты даже не имела понятия о группе своей крови, пока не назвал ее. А потом, я не знаю почему, но она вытащила свою донорскую карточку из кошелька. Там написано, какой группы твоя кровь. И она сказала, о, здесь написано, что у меня первая положительная. Ну, а тоже как бы... Первая положительная есть универсальная. Универсальная знаете, для каждой положительной именно крови. Бизнес-фактор же бывает еще разный. Но вам просто плевать. И вы больше не хотите разговаривать с этим человеком. Знаете эти моменты? Так что я такой... Оу, да, наверное, ты права. Перевел Google переводчик, озвучил Мирби, друзья. Всем спасибо за просмотр, все ссылки в описании. Наша группа в описании. И всем пока. Йоу, пока. Лезьте к нам в рэп, йоу. Йоу, это что, рэпчик от Мирби? Рэпчик от Мирби? Машеньки не на сапоги, сапоги сапожки. Йоу. Машеньки не на сапоги, ходят по дорожке. Детки спят и мышки спят, детям спать велят. Спите давай. Детки спят и мышки спят, зайкам спать велят. Машеньки не на сапоги, сапоги сандалики. Окей, концовка это самая лучшая из этого видео. Ребята, ссылочка на оригинал в описании, все как обычно. Точнее, на озвучку Мирби и оригинальную песенку, да. А всем пас, моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк, подписаться на мою группу ВКонтакте и на мою личную страничку ВКонтакте. И будь молодцом. Всем удачи, ребят, всем пока-пока.